Инсталляция «I Love Chappie» появилась и в центре Мангыстауского района. Установили ее выпускники 2008 года средней школы имени Нунжубаева. Инсталляция является подарком жителям села к 90-летию района. Сама надпись переливается различными цветами. На открытии инсталляции собралось достаточно много людей. Все они с радостью наблюдали за открытием и незамедлительно начали делать фотографии на фоне стелы. Ровесники независимости уверены, это место станет очередной достопримечательностью села. Далее для постящихся был организован обряд разговения. Дорогие земляки, сегодня мы являемся свидетелями благих дел. В статье Елбасы Рухани Жангару особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма при поддержке сельских предпринимателей, жителей и молодежи. В селе были построены и введены в эксплуатацию несколько социальных объектов. И сегодня выпускники школы, ровесники независимости, проявляя любовь к родному селу, тем самым внося вклад в благоустройство Щепе. Я поздравляю вас от имени всего населения и искренне выражаю вам благодарность. Еще раз поздравляю вас с 10-летием со дня выпуска.